Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как проходит мой день. Ну и вот, давайте продолжать. Я уже почистила зубы и застелила кровать. Давайте вам покажу, что мне папа купил. Мне папа купил еврейскую книгу, и она тоже еврейская. Я учусь в еврейской школе, из-за этого я читаю такие книги на иврите. Вот. Это про частей человека, а это что бывает в стране. А еще мне папа купил вот такую карту на всю стену. Тут есть все страны, вот. Даже моя, ну вот. А еще я хочу вам тоже показать эту вещь. Вот я положила такой как квадратик. Смотрите, что там внутри. Вот, давайте я немного подвину его. Вот так. И вы посмотрите, что там внутри. Вот. Вот так там. Вот. Вот что там есть. И это тем более вот такой квадратик. Не круглый шок. Тут еще есть лапка какого-то. Вот. И разные есть частички. Еще у меня есть такая вот штука. Открывается. Вот тут вот есть щипки. Есть вот это и бумага, чтобы протирать глазики вот здесь. Вот. А это обычные стеклышки, чтобы доложить, что мы хотим посмотреть. Ну вот, я показала, что как мой день проходит, что я делаю и что у меня есть. Ну вот, всем пока.